суток, здравствуйте. С вами Никита, компания Arbok Home. Как ваши дела, как ваше настроение? Друзья, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Как вы считаете, что для вас является самым важным при выборе и покупке недвижимости? Может быть, месторасположение, вид, инфраструктура? Компания Arbok Home считает, что самое главное, самое важное – это месторасположение и качество. Поэтому в данном жилом комплексе, который я вам сегодня покажу, о котором я вам буду рассказывать, команда профессионалов, инженеров, дизайнеров под руководством президента-основателя компании Асима Баштуга воплотила в жизнь все самые лучшие решения на сегодняшний момент на рынке. Это предложение является уникальным, так как данный комплекс находится в самом-самом сердце Алании, в 100 метрах от пляжа. В этом комплексе все на самом высоком уровне, начиная от наружной отделки, заканчивая кнопками в лифте. Несмотря на то, что данный комплекс расположен всего в 100 метрах от пляжа, он имеет очень богатую инфраструктуру, которая отличается от привычной нам. Помимо открытого плавательного бассейна, сауны, спортзала, он также включает в себя бильярдную комнату, теннисный стол. И хочу сакцентировать ваше внимание на том, что у каждой квартиры есть своя кладовая, которая сделает вашу жизнь немножко комфортнее, так как у вас есть возможность в летнее время оставлять там зимние вещи, детские вещи, велосипеды, в общем, все, что вам будет мешать в вашей квартире. Как сказал один наш клиент, посмотрев этот комплекс, это совсем другая лига, это совсем другой уровень, такого Алания еще не видела. В радиусе 200 метров вокруг этого комплекса вы сможете найти огромное количество супермаркетов, рыбный базар, магазины, кафешки, рестораны, бары, дискотеки. Но, несмотря на это очень тихое, спокойное место, в котором получать удовольствие, отдыхать или просто же проживать смогут люди абсолютно любого возраста. Еще хочу обратить внимание на то, что покупка апартаментов в этом комплексе будет очень правильной инвестицией, так как он очень хорошо будет сдаваться в аренду. Кому интересно, пишите. Мы в индивидуальном порядке рассчитаем вам приблизительный доход, который вы сможете получать с ваших апартаментов здесь. А пользоваться спросом он будет благодаря своему расположению в историческом центре Алании и близкому расположению к пляжу. Хочу вам показать квартиру, которая имеет планировку 1+1, общей площади 57 квадратных метров. На входе мы с вами можем увидеть просторный шкаф и панель управления системой «Умный дом». Кому интересно подробно узнать про эту систему, пишите. Подробнее, детальнее все расскажу, но если в двух словах, то это система, которая дает вам возможность управлять многими функциями с пульта либо со смартфона, такими как управление климатом, либо управление светом, ну и многое другое. Друзья, как вы считаете, какая бы функция умного дома была бы самая полезная для вас? Какой бы вы функцией пользовались чаще всего? Квартира включает в себя отдельно стоящий санузел, в котором мы также можем увидеть все необходимое. Причем санузел выполнен в очень интересном дизайнерском стиле. Также полы с электрическим подогревом, гостиную, совмещенную с кухней, и спальную комнату. Хочу сакцентировать ваше внимание на том, что при строительстве были использованы только лучшие материалы. На полу, в гостиной комнате и на балконе керамогранитная плитка. В спальне ламинат очень высокого качества. В санузле керамогранитная плитка, стилизированная под ламинат. Также в гостиной мы с вами видим кухонный гарнитур, мраморную столешницу и мраморную раковину с титаническим покрытием. Всю необходимую фурнитуру и сантехнику мы тоже можем увидеть в наличии. По всей квартире алюминиевые окна с двойным остеклением компании ComfortCam, которая является лучшей на рынке, и эта конструкция является одной из самых дорогих на рынке. Плюс еще мы можем с вами увидеть маленький бонус, который сделает ваше пребывание здесь также комфортным. Почему эта конструкция считается лучшей и так дорого стоит? Потому что у нее очень хорошая теплоизоляция. Зимой она не выпускает тепло из вашей квартиры, летом она не нагревается и поддерживает температуру, некомфортную для вашего пребывания. Из каждой комнаты есть выход на балкон, к слову, застеклив который, вы можете получить даже не одну дополнительную комнату, а целых две, так как балкон очень большой. Ну что ж, давайте подведем итоги. Мы с вами посмотрели квартиру планировка 1+1 жилой площади в 57 квадратных метров, которая находится на 4-м этаже пятиэтажного дома, построенного в 2020 году. Находится он всего в 100 метрах от пляжа,
Стоимость этих апартаментов составляет 130 тысяч евро. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Никита Истомин, компания Arbat Home. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Всем хорошего настроения, всем пока!